Добрый день, господин президент. Благодарим за то, что вы нашли время для нас всех здесь. Во-первых, мне попросили мои друзья из Польши, чтобы вам передать огромные приветы, потому что там все очень сильно вас поддерживают, и мы надеемся, что все будет хорошо. И вопрос от моих друзей-поляков. Мы очень часто слышали, что вы в Варшаве. Ну, русские пытались уверять нас, что вы уехали из Киева. Ну, все искали вас в Варшаве, никто не нашел. Мы с вами здесь встречаемся уже несколько раз. И вопрос такой. Вы бы не хотели к нам приехать? Ну, я уже... вам по-русски, да? Смотрите, я уже 60 дней слышу этот вопрос. Не хотел бы ли я куда-то поехать? И как бы не имею права. И честно, не хочу. При всем уважении, это действительно мое большое уважение Польше, вашим друзьям, лидеру Польши, людям Польши. 2,5 миллиона принять наших людей, это огромная помощь. И это особенное отношение одной нации к другой в сложные моменты. В сложные моменты поступать так. Поэтому Польшу можно только поблагодарить. Они действительно безопасные и очень дружественные соседи для Украины. И верю, что это будет надолго и всерьез. Вот. Что касается... Я с уважением отношусь. Я приезжал к Анджею Дуде. Мы с ним встречались. И всегда с радостью на его запрошение. Завжди с радостью я погоджуюсь і до нього приїжджаю. І це дійсно, я відчуваю там, може не як вдома, вибачте, бо я тільки в Україні відчуваю себе вдома, може не як вдома, але щось там таке є. Щось таке дуже близьке до нашого народу. Саме тому я вважаю, що і таке відношення від поляків до українців, саме дружнє. І тому ще раз вдячен за підтримку. До речі, не тільки гуманітарну. З самого початку ви знаєте, що у нас відносини тісні з президентом Польщі, з Анджеєм, і з точки зору озброєння, завжди нам допомагав. Є, а вже ж, ну, така я людина, я не можу тільки дякувати, я повинен сказати щось, що не можна казати, але дуже хочеться. Є один незакритий гештальт з літаками. Він залишився, скажу відверто. Але у порівнянні з тим, що Польща для нас зробила, це ніщо. Дякую. Поки війна не закінчиться, Польщу і в інші держави не маю права їхати.